все собрала. Вчера вам не похвасталась, как выглядит на мне шапка. Гульку не захотела разбирать. Давайте сегодня надену. Я еще сюда брошку надела красивую, которую мне подарили. Очень красивая. Тихо. Вот так. Не туда снова. Волосы. Прицел у меня сбит, что ли? Вот она. И чуть-чуть подвернуть. Вот этот подворотик можно регулировать, как хочешь, но я хочу так. Волосы теперь у меня здесь везде мешают. Вот. Ну, ребят, честно, я знаю, что мне многие шапки идут. Это надо еще умудриться найти шапку, которая бы мне не подошла. Как говорят, мне под лицу все к лицу. Действительно, любую шапку на меня напяли, будет она красива. Хоть страшная, хоть какая угодно. Но эта шапочка очень приятная. Как ее вязали? Прямо по размеру головы. Она мне говорит, измерьте размер головы. В общем, все-все я ей прислала. Выбрала нитки, которые, из которых вязать. И вот она красавица. Естественно, с собой беру варежки. Я уже упарилась. И еще духи еще никакие не взяла. А, какие духи-то взять, господи, все хочется. Боже, ну и что брать? Вот эти обязательно, и в них же и поеду. Мои самые вот зимние, любимые. Просто обожаю их. Ну, трусарди тоже не могу дома оставить. Как? Не знаю, никак. Вот сюда, в эту сумку, к своим рыльно-мыльным, наверное, буду складывать. С этой стороны. Трусарди не могу не взять. Слишком сильно люблю. Ну, давайте еще Джорджи Армани Аквади Джой тоже возьму. Ну, потому что без них тоже я не представляю себе. Вдруг захочется, да? Все сюда. Все, сумец готов. Все остальное у меня забрал муж. Пошел. Жалко, что мне не дошли еще мои уги. Я еще одни заказала, черные. Мои черные с прошлого года уже крякнули. Такие страшные. Солью вот выступает, так хоть стирай, хоть не стирай. Они уже все... Розовые не подо все подходят. Я заказала, они должны были прийти вчера, но так и не пришли. Так что я еду в розовых угах. Ну, тоже они нормально здесь подходят, смотрятся. И шапочку свою. Немножко вперед вот так. Все. Сынок, поцелуемся, я пошла. Пока мы золотые зубки чистим. Ты закроешь дверь? Так. Транспондер взяла. Ой, пардонте. Все взяла. Ой, на что-то наступило. Все, сыночка, я тебя люблю. Пока, мой хороший. Пока. Помахала. Не любит, чтобы я его снимала. Еще и зубы чистит. У меня муж пошел, говорит, я перепроверю, как ты там поставила аккумулятор. Автоледи. Боится. Красиво брошка смотрится, да, на шапке? Погода какая. А погода хорошая. Что у автоледи в машине? Вот что. Раз грибной нож. Два сгребной нож. Маска. Ну и комбинезон взяла, потому что холодно без него. И чек здесь лежит о колесах. Все. У тети Оли полный порядок. Еще мой красавец. Это мне в Уксу в прошлый раз подарили. Татьяна. Ручная работа. Повесила в машину и его никуда не убираю. Это ангел. Красавец, скажите. Так, эту сумку, наверное, я здесь поставлю. Знаете почему? Зарядку сейчас достану отсюда. Барахлище свое. Зарядку надо достать, сразу подготовить. Для того, чтобы по навигатору уже буду ехать. Чтобы у меня не возникло никаких проблем. Машина прогрелась. Ну, так как у меня там... Ой, что я снимаю? Так как у меня муж там перепроверяет. Она сейчас не работает. Маленький ключик, да, аккумулятор надо снять. Маленький ключик мой? Которым ты открывала. Которым я закручивала в багажнике слева специально для ключей штукенция. Там на 10 ключ.
не может найти, чем я тут его прикручивала. Нашел? А, он уже спереди, у шустрый. А хотите посмотреть, что у меня в багажнике? Палатка, подушки для палатки, еще подушка. Злая домохозяйка. Сапоги. Здесь у меня веник банный, шишки, еще что-то. Тут у меня, кстати, это пока Виталик у меня там ковыряется с моей машиной. Большая энциклопедия грибника, да, друзья мои, не все так просто. И тут много интересной информации, все с картинками. И она всегда здесь ездит со мной, потому что интернета может и не быть, а энциклопедия всегда, пожалуйста, под рукой. Говорят же, что лучший подарок — это книга. Так оно и есть. Сейчас проверим, что у меня тут сзади. Ну, сзади только мои пожитки. Купальник, кстати, заткнула. В последний момент вспомнила. Сразу видно, мужчина складывал вещи. Витишкин. И одной рукой неудобно, куда уже смотрю. Там какие-то орехи. Крутит. А ты видел, что у меня стекло лопнуло? На всю длину. По всей ширине, точнее. А что, так я что, неправильно, что ли, прикрутила, Виталь? Не то, чтобы неправильно, не до... Крутила крепление. Тут же есть, чтобы аккумулятор. Видишь? Угу. Хорошо, что ты поехала. Болт не потеряла. Это да. Он был тут лежал. Скажи, молодец. Ну? Молодец же я? Молодец, конечно. Кто же еще? Шустрец. Ну все, друзья мои, поеду. Там сейчас все прикрутит. А что, он его, наверное, не доверяет? Думает, я хреново закрутила. В зарядник втыкала. 3 минутки прогреется. Сейчас сижу. О, у меня снова часы, Виталь. А так это мне флешки. Флешку даешь, нет? О, и флешечка приехала с музычкой. А куда ее втыкать? Хорошо, не в то место, в которое обычно говорят, заткни. В общем, флешкой это мы в Карелию качали музыку. А вдруг там где-то не будет у нас связи. А у меня снова время неправильно показывает. Слушай, сколько времени-то у нас? Ну что ж за жизнь, да? 13:24. О, так время уже, извините меня. 13:24. Виталя, ты не знаешь, как здесь время? Я уже не помню. Дожились. Ладно. Все, друзья мои, хорошего вам дня. Когда еду, вам сразу же сообщу. Ну, а пока можете написать мне счастливого пути. Хотя ехать здесь-то не очень далеко. 200 километров, какие-то 190. Все, до встречи. Целую. Не скучайте. Помаши ручкой. Где ты? Угу.